Ну что ж, вот у меня что пока что получается. Вы знаете, мне очень нравится, честно скажу. Оно такое прям плотное-плотное получается полотно. Еще забегая вперед, скажу, что первый раз я, это второй раз я перевязываю. Первый раз я вязала и поняла, что слишком много набрала. Вот. Мне казалось, когда я набирала косичку, да, из петель, что я набрала достаточное количество. Но когда начала провязывать второй и третий ряд, оно как-то увеличилось и стало совсем большое. Поэтому мне пришлось распустить, запомнить, сколько, где-то вот примерно вот столько я убрала, запомнить, сколько мне нужно убрать. И до этого я распустила, начала вязать по второму разу. И как-то у меня стало получаться аккуратнее. То есть я поняла смысл, суть вязания. Здесь просто идут набор петель без накидов, без ничего. Просто получается так. Вот у нас петля вдевается сюда. Да. Нету, сейчас у меня штатива. Достается вот этот. Сейчас я, может, так покажу как-нибудь. Попробую. Сейчас я подставлю что-нибудь. Секунду. Так, подставила я мышку от компьютера. Не хочется мне же штатив доставать. Уже очень поздно. 12 часов ночи, начало первого. Короче, как я вяжу? Вот получается, вот беру, то есть здесь у нас в этой дырочке было. Вязать вообще быстро и просто на самом деле. Самое главное, туго не затягивать, с чем у меня периодически проблемы, потому что я так люблю затянуть. Вот, но тут сильно не затягивать. Так, и получается, вот у нас здесь петелька, то есть вводим в эту дырочку, берем петельку, достаем, да, не затягиваем. И опять здесь вот так вот закручиваем и через две сразу протягиваем. Все. Вот, надеюсь, видно хорошо. Опять следующую дырочку просовываем. Делаем петельку, вот она, вытягиваем получше, вот так. И вот здесь вот опять. И все, и вот так вот пошло. Вот, даже довольно-таки быстро получается на самом деле. Единственное, не знаю, мне кажется, не хватит на мою длину. У меня длина где-то должна быть. Наверное, я не знаю. Ой. Где-то, наверное, около 1,82 м по длине. У меня такая дорожка должна как бы получиться. Вот, она не совсем широкая. Я чуть позже уже замерю. Вот сейчас еще немножечко повяжу и буду уже ложиться спать. Новое видео вот смонтировала. Да, уже 16.11.014. Времени 12 часов 14 минут, уже спать пора ложиться. Но завтра четверг, в принципе, можем спать сколько хотим. То Ярика понедельник, среда, пятница тренировка, то надо рано вставать. Поэтому вот так. Сейчас еще повяжу, прям это так успокаивает и так затягивает, мне так нравится. Вот, прям медитация. А, и как я соединяю? Когда заканчивается хвостик, я не подкладываю, я беру иголочкой, примерно похожий цвет, и два хвостика просто быстренько сшиваю, и все, и аккуратненько потом провязываю. И вот получается нормально с лицевой, с изнаночной стороны. Даже я не знаю, где у меня тут лицевая, где изнаночная. Короче, без разницы. Там, где красивее будет, та и будет считаться лицевой. Вот, все, сейчас буду продолжать, и потом буду показывать в процессе, что у меня будет получаться. Но мне уже нравится, как получается. Всем привет, привет, у нас утро. Смотрите, что я вам хочу показать. Князь, вот такую вот красоту, которая сидит вот так вот. Вот так вот сидит и выпрашивает у меня еду. Хотя сам только что покушал, скушал всю свою порцию корма. Я дала еще ему вкусняшку, дала для чистки зубов типа подушечки. Дала ему еще немножко сметанки. А он все равно сидит и хочет стащить мое яйцо. Я тут решила по-быстрому перекусить. Яичко, ветчина. Что еще? Сыр. Булка у меня есть еще. Вчерашняя, что папа покупал. А эта малышня сидит и все просит еду. И все просит еду. Да? Да? Маленький ты хитренький такой. Ты хитрюша такой. Хитрюша. Хитрюша. Слышите, как хуркает? О-о-о. Хуркой. Хуруша такая моя. Хуруша. Так, на сегодня план снять видео про заказы. Снять видео про заказы. Каким-то образом их упаковать. Я не знаю, каким, потому что у меня нет пупырки. И сходить на почту, там, Европочту отправить. Вот.
Так что сейчас позавтракаю, я пойду включу ноутбук и сделаю видео с заказами, сниму. Что там мы заказывали, покажу, покажу, покажу. О, хвост себе торчит, лапы себе, кусюня. Все, мама уже баловаться, да, начала с тобой? Тебе не нравится, князь? Князь, кц-кц. Князь, князь. Передай привет подписчикам. Кц-кц. Встань, мать! Достала уже со своими этими жмяками, поцелуйчиками. Проходу скажи нет. Он такой миленький. Ладно, все, буду кушать. Это вот так вот я застилаю кровать. Сидел на подоконнике. Начала, взяла покрывало в руки. Прыг! Ну и что остается делать? Эй! Вылазь, вылазь, говорю. Князь, князь, вылазь. Кц-кц. Так, у нас 16 ноября 2023 год. На улице стало наконец-то холодно, как и следует ноябрю, мне кажется. Что до этого было очень тепло. 2 градуса тепла сейчас. И в районе где-то 12 часов дня. Начало первого. Вот, я иду на почту. Несу отправить 2 заказика. И потом мне надо зайти еще к родителям. Хочу отнести им не понадобившуюся ткань для коврика. Чтобы она у меня не валялась, не захламляла. И так места не очень много. Вот. И посмотрю, может быть, найду еще там какие-то хлопковые эти футболочки, что-то такое, маечки. Потому что я думаю, что мне на коврик не хватит. Вот так что такие дела. Потом приду домой от родителей, и нужно будет мне поработать со структурой непосредственно. Сделать рекрутинг. Ну, это, в принципе, недолго. Я, как правило, включаю себе какой-нибудь YouTube канал тех блогеров, которых я смотрю, и смотрю видосики и одновременно работаю. Вот особо там какой-то внимательности, сосредоточенности не нужно для этого, просто вот одни и те же действия каждый день до тех пор, пока денежный результат не будет устраивать, скажем так. На почте, наверное, сегодня, мне кажется, будет много людей. Поэтому я взяла с собой ручку, бланки возьму. Я взяла бланки, потом вспомнила, что на почте можно брать. У меня бланки заканчиваются. Поэтому я на почте возьму бланки, заполню на посылочке. 2 как раз посылки, 2 с Белпочты. Ну вот. Интересно, сколько на почте будет народу. Если честно. Ну, я морально подготовилась к тому, что их может быть там очень много. Ну, посмотрим. На улице реально холодно, у меня уже нос замерз. Вон там голуби. Голуби на месте. Как обычно сидят, там греются. Там канализация, теплые люки. Зимой там не замерзают люки. Вот. Сейчас зайдем посмотрим. Что-то у нас по людям. Что-то у нас по людям. Узнаем. Как я и предполагала, в принципе. То, побыла я уже на почте, постояла там. Знаете, в чем плюс у нас на почте? Людей много было, но очередь прошла довольно-таки быстро из-за того, что приоритет идет все-таки почтовым отправлением, получением, почтовым переводом. Вот, поэтому там получается 3 кассы, и первая касса всегда делает упор именно на посылки, на переводы почтовые, на вот это вот все. Вот, и у меня получается был 118 номерок, и в остальных кассах был 101, 104, а я как бы пошла в ту кассу, в другую, по 118. Да, пришлось немножко подождать все равно. Поэтому все отправила. Вот. И иду сейчас к родителям,
зайду. Такая прям у нас осень-осень здесь. Реально так прохладно. Ну, так что вот такие вот и дела. Несу им пакет с ненужными мне этими тряпочками. Вот. И тут котики у нас не видно. Там дальше будут, наверное. Вон эти котики. Были совсем котятами, я их помню, года два назад. Ой, какая прелесть. Один одного моет. Какая красота. Красивые какие. Посмотрите, какая прям любовь. Класс. Такие видно, что за ними тут смотрят и кормят их. Такие ухоженные, красивенькие. Но эти двое вообще чудо прям. Сейчас попробую приблизить. Вижу их. О, боже ты мой, какая красота. Любовь прям такая. Бози мой, бози. Какой пушистый. Ой, обнимает как. И лапки моет. Какая прелесть, господи. Какие красавчики. Боже ты мой, боже. Такая уже милота. Все, ладно, пойду я. Их нету, тут еще много. Наверное, спрятались. А, вон бегает, играется. Здравствуйте. Здравствуйте, где-то второй там. Вот он. Дымчатый такой. Здравствуйте. Привет, красавчик. Смотрите, какие они упитанные, да? А ты там где? Здравствуйте. Красавчик. Кс-кс. О, какой толстый. Толщак такой прям. Вот этот очень красивый. Куда ты? Куда ты? Убегаешь? Втекаешь? Ты за ним? Интересно, конечно, все это наблюдать, но надо идти. Я тоже до сих пор все еще думаю по поводу второго котика. Не знаю. Ну, пока, наверное, точно нет. Вот. Не знаю. Будем смотреть, как дальше будут складываться обстоятельства. Потому что по стечению, по примеру прошлого видео, да, моего такого немножко грустного, никогда не знаешь, как может все обернуться. Все, бегу. Я уже от родителей взяла там теплые сапоги, уги себе. Ярику, кстати, нашла еще теплые ботинки. Как вариант, может быть, если на тоненький носочек, ему еще до того времени, пока наступит действительно холода, нормально будет поносить. Не знаю, посмотрим. Потому что жалко эти новые сбивать в такую погоду. Слякоть, тем более дожди идут. Вот. Так посидели, поболтали, показала маме коврик, который вижу. Пошла, посмотрела, может, у них еще какая ветошь есть на этот, на коврик. Но ничего больше не нашла. Вот. Одну нашла там какую-то, тоже маечку детскую, мою. Или там ночнушка, что-то такое было. Ну вот, и все, там стопочки мама была. То есть перестирывала, складывала. Вот. Хочу зайти, наверное, купить шаурмы. Если честно, так ничего не хочется готовить сейчас на обед. Ярославу было кушать приготовлено, он поел, и я не хочу. Нет у меня желания, если честно. Вот, поэтому сейчас, наверное, зайду, возьму шаурму маленькую, сырную, поделю кусочек Ярику, потом оставлю сама. Сейчас поем, а потом ближе к вечеру, может, не знаю, сделаю макаронки по-флотски. У нас еще банка тушенки стоит. Вот не знаю, вот мне тоже прям... Да, вот женская вот эта доля. Сиди, думай, что приготовить поесть. И чтоб разнообразие какое-то было. И чтоб не сильно по времени затратно. Вот сейчас подумаю. Приду. Вот. Шаурма, кстати, это вкусная. Нравится мне. Сейчас пойду закажу.